Так, это у нас здесь что вы заливаете? Спальный клапан. А вот это? Это столовая и автозал. Большая стройка обещает такое же расширение Мариинской гимназии. В поселке Шолоховском возводится 4-этажный корпус, где будут общежития, прачечная и медблок. Также строятся новые учебные корпуса с актовым и спортивными залами, библиотекой и столовой. Все для круглосуточного пребывания учениц. Сейчас их 104, а реконструкция поможет увеличить это число до 250. Ожидаем конца строительства. Все в надежде, что скоро закончится, мы расположимся в своем здании, в своем общежитии. И учебное занятие все будет проходить в одном месте. С появлением общежития здесь без проблем смогут учиться девочки со всей области и из других регионов. Это единственное казачье женское учреждение, где с большим удовольствием обучаются девушки. И сложность на протяжении многих лет существования гимназии была именно то, что это учреждение не имело своих общественных территорий, то есть общежитий. Госконтракт на строительство заключен в мае прошлого года. Уже возвели стены и часть перекрытий, прокладывают внутренние инженерные системы, скоро начнут монтировать крышу. На этом этапе освоено 260 миллионов рублей. Хозблок, КПП, потом спортзал, над которым мы стоим, еще тут и ведутся работы. Внутри административного здания проводим инженерные сети, уже на 95% закончены. Ведутся отделочные работы, ведется пожарная охрана, сигнализация. Тем не менее, от графика отстают. Зимой не хватало рабочих, мешала плохая погода. По весне в одном котловане появились подземные воды. С инспекцией на место приехал замгубернатора и поставил подрядчику задачу ускориться. Будем надеяться, что все те нюансы, которые были на объекте, исправлены, и в настоящее время работа уже пойдет в активной фазе. С уверением подрядчика, что в течение 2 недель сюда прибудет дополнительно 100 человек. Сейчас на объекте работает порядка 60-55 человек ежедневно. Будем работать, будем контролировать подрядную организацию совместно с Министерством строительства, выполнять поставленную оператором задачу. Достроить Мариинскую гимназию должны до конца года. Дмитрий Сумской, Первый Ростовский.